Чеширский кот. Программа о том, как устроен окружающий мир и как мы его познаем. Самые таинственные и неизведанные о науке и мире сегодня. Что находится внутри черной дыры? Бытует мнение, что человек никогда не сможет понять, что происходит внутри черной дыры, так как, попав туда, он будет буквально раздавлен гравитацией и силой тяжести. На самом деле это не совсем так. Никто не знает, что именно ждет человека, попавшего в центр черной дыры. Иная вселенная, забвение — это загадка. Да, действительно, черная дыра представляет собой область сингулярности, где все сжато до максимума. Но это вовсе не космический пылесос, который способен затянуть в себя все планеты и звезды. Любой материальный объект, оказавшийся на горизонте событий, будет наблюдать сильное искажение пространства и времени. Эвклидовая система геометрии начнет давать сбои. Иными словами, параллельные прямые пересекутся, очертания стереометрических фигур перестанут быть привычными. Что касается времени, то оно будет постепенно замедляться. Чем ближе вы будете к дыре, тем медленнее будут идти часы относительно земного времени, но вы этого не заметите. Но нам-то с вами черные дыры не грозят. Нет такой силы, которая смогла бы сжать Землю до диаметра 18 миллиметров, чтобы из ее вещества образовалась черная дыра. С вами был любознательный Игорь Попов.